атлетики. Третье место. Горьковская железная дорога. Второе место. Западно-сибирская железная дорога. И первое место. Свердловская железная дорога. Соревнования по бадминтону. Третье место. Команда Горьковской железной дороги. Второе место. Свердловская железная дорога. И победителями стала команда Западно-Сибирской железной дороги. Свердловская железная дорога! И первое место! Московская железная дорога! Приглашаем капитанов команд по плаванию. Третье место. Октябрьская железная дорога. Второе место. Куйбышевская железная дорога. И первое место. Западно-Сибирская железная дорога. Московская железная дорога! И первое место! Западно-Сибирская железная дорога! Все
участники спартакиады – это большая и дружная семья. А семьи бывают разные. Большие и маленькие, заботливые и счастливые. А наша семья, она огромная. Ее члены – тысячи человек. И все такие разные, но близкие, умеющие дружить и дорожить друг другом, работать талантливо и с вдохновением. А я бы сказал, качественно выполнять свою работу с невероятной точностью и умением. Леш, это совсем как в акробатике. Там тоже очень важно работать в команде, быть уверенными в поддержке друг друга. И даже самый-самый невероятный трюк тогда получится обязательно. Давайте убедимся в этом сами. Ваше внимание на сцену. Акробатическое шоу, друзья, встречайте! Thank you.
юбилейный. 80 лет – это серьезная дата. 80 лет – это большой жизненный отрезок пути. Путь развития, пути рекордов, пути побед. Мы от всей души хотим поздравить РПСО «Локомотив» с этой знаменательной датой. И давайте присоединимся аплодисментами и поздравлениями. Дорогие друзья, ваши аплодисменты! И эта песня, которая прозвучит на этой сцене, специально для вас, дорогие участники спартакиады и дорогие ветераны спортивного общества «Локомотив». Встречайте! Ехали полсвета, но каждый раз тянула нас домой. Поставь свою любимую кассету, давай передохнем перед игрой. Тебе судьбу мою решить, тебе одной меня судить. Команда молодости нашей, команда, без которой мне не жить. Дорогие друзья, в этом зале всех сотрудников РЖД объединяет одна страна, одна великая держава. Одна великая Россия. И для вас танцует ансамбль танца «Казань».
Для награждения в общекомандном зачете мы приглашаем наших почетных гостей. Юлию Викторовну Брагину, Александра Павловича Черепнова и Артема Павловича Дорожкина. Дорогие друзья, готовы? На сцену приглашается за третье место в общекомандном зачете спартакиады капитан команды Октябрьской железной дороги!